Все, давай, читай. В новом телесезоне ТНТ покажут сериал «Букины», который будет состоять из 10 эпизодов. Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева вернутся к своим персонажам Гене и Даше Букиным. В продолжении популярного сериала «Нулевых. Счастливы вместе» будет показана жизнь семьи Букиных спустя 20 лет. Виктор Логинов признался, что его часто спрашивали о том, каким бы был его герой сегодня. По словам 48-летнего актера, на протяжении 10 лет он думал, что снова увидеть Букиных на экране невозможно. По разным причинам, от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали. Это будет уже другая история, не серийно-ситкомовская, а более тонкая и объемная в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная, как и наши герои, отметил Логинов. Дальше. В новом сериале также снимутся Дарья Сагалова и Александр Якин, которые играют детей главных героев Светку и Ромку. Все. Кое-как записали. Че ты прекратил это?